на большую прибыль на кроликов, Кахурамазде и Орихману. Кролики всегда были символом прибыли и размножения. И их влияние в религии прослеживалось еще до христианства. Шкурки тут не годятся, прибыль свою убьете. Только живые кролики. И не в тесной клетке, а на природе или большом вольере. Или домашние кролики, бегающие по квартире. Кролик в тесной клетке – это урезание ваших финансов. И вам также тесно и неудобно станет. В крайнем случае смотреть видео о кроликах разноцветных. Смотреть минут 15. Это и будет откуп и дар, потраченное время. Или найти их вживую, или посмотреть онлайн. Светлые кролики тут будут символом прибыли от Ахура-Мазды, темные от Орихмана. Чем животные спокойнее, тем ближе прибыль к вам. Тощие, грязные кролики, ваши финансы истощены. Упитанные, счет в банке прирастет. Итак, внимательно осмотрите кроликов и место. И в онлайн-записи тоже. И после приступаем к ритуалу. Говорим. Ахура-Мазда и Орихман, повелители света и тьмы, вас прошу услышать меня и мне помочь. Очень нужна ваша помощь сейчас. Мне подбросьте счастливый выигрыш и шанс в деньгах. Меня одарите взглядом своим. Как кроликов в мире не счесть, так чтобы и денег у меня было бы не счесть. Как кролики размножаются, так и денег бы прибывало у меня. Как кролики быстро растут, так и моя прибыль бы возрастала. Как кролики спокойны, так и деньги бы спокойно ко мне бы шли. Как кроликам вольготно жить, так и ко мне бы притоку денег легко идти. Прошу, исполните слово мое. Я вас просил и заклинал. Время закат или около него, когда светлые и темные силы находятся в равновесии. После можете уходить, ритуал окончен. Кролики ничем не пострадают и даже не заметят.